Власти Астаны намерены изучить опыт Германии в переработке твердых бытовых отходов и повышению энергоэффективности зданий. В столице второй день продолжается германский энергетический диалог. А зарубежным гостям рассказали о том, как развивается Астана. Столица следует классической модели европейских городов смарт-сити. Схема включает 6 аспектов. Это умная экономика, умное управление, умная жизнь, умная мобильность, умные люди и умное окружение. Это позволит более эффективно регулировать экономию энергоресурсов, затраты на обслуживание коммунальных сетей и снижение аварийности на дорогах. По данным Акимата, в городе сейчас реализуют проект «Смарт-освещение». Уличные светильники, позволяющие обеспечивать энергоэффективность и заодно передавать данные о загрязнении воздуха, уже установлены в районе Байтерека на левобережье Астаны. Если пилотный проект докажет свою эффективность, он будет реализован и в других районах города. С немецкими партнерами у нас уже есть взаимодействие. Это в сфере переработки твердых бытовых отходов. На сегодняшний день в городе есть мусороперерабатывающий завод, и глубина переработки твердых бытовых отходов нас, естественно, не устраивает, так как за те годы, которые прошли с момента построения этого завода, технологии уже далеко продвинулись, и мы хотели бы видеть более глубокую технологию переработки.